Западные страны, которые хотят усилить свое влияние в регионе, и блок НАТО, который хочет окружить Россию, могут посчитать происходящее на Украине успехом. Но непонятно, как вообще можно позитивно охарактеризовать ситуацию, когда страна переживает столь острый конфликт и народные волнения. Союзники США и НАТО в Европе, те, кто поддерживал переворот, поплатятся за это. Они лишили права голоса многих, кто был против переворота, выступал за президента Януковича. Думаю, из-за того, что этих людей проигнорировали, мы стали свидетелями столкновений. И, к сожалению, этих столкновений будет еще больше.